Привет, дорогие друзья, с вами Егорка. На канале Борис Лайгур этот влог. Мы на канале с вами Егорка, Алексей 2005 и Сендапстеп, с вами Степ. Он будет другой снимать. Сегодня мы снимаем ложек. Ладно, мы вернемся тогда. Да, он тоже снимает. Со второго лица можете посмотреть на моем канале. Ссылочку на мой канал давите? Да. Да. Что говорит Янго, когда снимает видео, в начале видео? Так, короче, ложек по нашему городу. Да? Да. Мы идем на площадочку, погуляем. Да, мы хотели на колесо обозрения, только оно не двигается. Ни хрена. Сломалось его. Нас отпустили с палки. Да. Сегодня пятница. Да, 2 апреля. Что? Наше местоположение Ишкарлат. Это один единственный город, который начинается на букву и краткая. Если вы хотите нас убить, вы нас все равно ни за что не найдете. Вот в какой чудо мира мы живем. Да. И кстати. А скоро у меня будет стрим. У нас с Егором, с Егором Борисом, у нас будет... Да, будет стрим. Тимочек. Возможно, я еще там буду. Да. Степчик и Борисов Егор и я. Мы будем снимать стрим. И мы будем снимать прохождение сталкера. Да. День Чернобыля. Стрим будет 40 минут. Мы обещаем, что будет делать таким интересным. Но мы пытаемся что-нибудь сделать. Хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Да. Попытаемся затащить. Попытаемся построить хороший кусок в билд-баттле, попытаемся выиграть сурвайл. А билд-баттл это дюк. Дюк, да. А дюк это битвостроитель. Вы не отказки? Вы понимаете, что сурвайл? А, вот. Было... Было запрещено раньше. Курить, пить, сорить. Носить собак, зажигать спички и ломать детки. Ну тут написано. Смотри, смотрите, здесь эта площадка закрыта. А я говорю, опять скоро на моем будет с Егором, с Егором, со Стебом, со мной. Вот здесь он. Нерабочие дни. Точно, площадка же по пятницу не работает. А мы думали, то что это. Она это закрылась. К сожалению, она вот так не должна быть. Мы живем сюда, пойдем на другую площадку. Я здесь кое-что рекламирую. В елку пошли, у нас есть... Не, вот, рекламирую. Рекламирую, вот. А зачем нам тогда? Ну, не знаю, что мы делаем. Да зачем туда-то? Красный. Нет уже. Идем сюда. Да какую? Какую карту? Ну, блин, отбраться. Вот, блин, а. О, где? Покинули. Покрашено. А ну же собрали. Смотри, видео. Ты хоть внизу потрогай. У меня краски? Не засохло, смотри. Что-то новое построили, что ли? Видишь, краска. Я бы хотел на эту мачту собрать. Мачту. Погнали в ёлку-то. Не. Если мы дошли очень долго сюда, значит мы должны повеселиться. Как-то. Да, каким-то образом. Да, повеселиться. Дали в этот момент. Зря снимаешь, у тебя дурацкая камера, не выкладывай лучше. Чего? У тебя дурацкая камера. Почему? Ну вот посмотри, как лагает она. Нет. FPS 5-10. Да нормально, уже слышу, снимает. Девчонка так только снимает.
А видео-то нормальное, что ли? Видео-то нормальное, только съемка что-то. У тебя тоже такая съемка? У меня? Да. Нет, у меня 5 пикселов. FPS сколько? По 20. 20? Стресси. Я тебя как будто по телевизору вижу. Да? Вот я сожалею, как трудно снять влог. Ну пошлите хоть куда-нибудь. Почему это? Дай мне Милан. Ну что вы? Серьезно? Да. Что вы делаете? А? Милан, да, точно. У тебя 90 рублей было, купил коктейль, нету больше. Пошлите. Почему 90? У тебя знаешь сколько? Я не хочу все тратить. Да блин. Я коплю себе на Монофон. Экономный ты хочешь. Экономный я. Я экономный. Ну, на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Алексей 2005. На канал Степа. И на меня. Ну, с вами был Алексей 2005, Степ и Егорка. Всем пока.